свою пятерку, вы будете выходить в экран, улыбаться, и фанаты будут фотографироваться, потом выкладывать фотки в соцсети. Супер просто, прям безболезненно. Выходим. И обратно. Есть. Супер. План такой, что вы жонглируете мячом, и по команде «да» моей ударите с силой вверх, чтобы мяч вылетел за рамку катка. Хорошо. Дальше. Да. Стоп. Можно мячик себе, вот так тоже. А если бутсы вот так на пальце? Можем их просто где-то поставить? Да, ну, у меня сейчас портреты. Как надо. Давайте вот так попробуем сначала все. Все? Да, можно чуть плечом. Так? Ну, пускай так. Сейчас будем экспериментировать по-разному. Руководи. Можно одну руку в сторону камеры, что-то ну, такое. Да. Но Соболь играл в соседней комнате, у него не работал. С чем играл? Соболь играл в соседней комнате, у него не работало. Раздражает, да? Или раздражает, но я могу. Я думал, там про человека спрашивали. А, из-за болота, я так понял. Ты думал, про бару спрашивали? Терапевта Хуан и Карлос. Хуан. Еще Хуан помощник Луиса. Подготовки тоже. Помощник Луиса. Вот всех вы знаете. Доктор. Новый доктор. Тоже знаете его, да? Владимир. Три касания джанглирования наверх. Три, оп. Так. Идем и вперед. Бегать, бегать. Да. Оп. Темп выбирай помедленнее. Стоечка, посмотри на мяч. Не спеши вставать. У тебя восстановительно. Вчера играл. Да, зафиксируй. Хорошо, Юр. Сейчас главное стойка, четкий прием. Мы заканчиваем. Как мне принять? Побрился? Всем привет! Привет! Как там? Нормально. Всем привет. Вчера голову приводим.
Ага. Все, давай. Все, давай. Давай. Спокойной ночи. Привет. Да, да. Денис.